волшебный край, очей отрада. Это изумительный полуостров Крым. Его сказочные сюжеты терзали воображение и восторгали не одно поколение поэтов, композиторов, многих мастеров кисти и пера. Одним путешественникам он напоминает пейзажи Южной Австралии, у других ассоциируется с красотами Калифорнии, лазурного берега Франции, может быть, побережья Хорватии, островной Греции, Ливана. Районы юго-западного Крыма завораживают воображение квестами столовых гор и изваяниями каменных сфинксов, которые в суровой торжественности возвышаются над цветущими долинами в бассейнах былых полноводных рек. Какие метаморфозы! Здесь экспрессия альпийской природы горного Крыма внезапно оборачивается вашим взором аскетической красотой восточного побережья, и вы в краю Гомеровых холмов. Каждый фрагмент Тавриды по-своему красив и не похож на другие. В этой неповторимости его прекрасная и оригинальная особенность. Говорят, что однажды, заканчивая свою очередную акварель, известный маэстро заметил, что нигде в Европе не встретишь такой мощной концентрации разнообразных пейзажей и видовых сюжетов, как можно это увидеть в Крыму. И этот фильм познакомит вас с отдельными из них.
Путешествие по Крыму непременно включает в себя посещение столицы Крыма – город Симферополь. Ведь именно в этом городе, как правило, начинается первое знакомство с замечательным полуостровом. Белые аркады ажурного вокзала встречают вас на перроне прибытия поездов дальнего следования, и южным особым радушием открывается город Вам. И, должно быть, не случайно, именно здание Симферопольского вокзала стало одним из смысловых символов города. Города, чье название переводится как «город-собиратель», «город-пользы», «город на перекрестке дорог». В этом названии сконцентрирован смысл его исторической судьбы. Расположенный в самом центре Крыма, в межгорной долине между внешней и внутренней грядами Крымских гор, Симферополь объединяет своими коммуникациями, хорошими дорогами все города Крыма, будь то древняя Керчь или Феодосия, Бахчисарай, Евпатория, Севастополь. Здесь берет свое начало знаменитая дорога Солнца на южный берег, район знаменитых курортов Алушты и Ялты. И хотя Симферополь сравнительно по меркам Крыма молодой город, ему немногим более 200 лет, свое летоисчисление он вполне мог бы вести от былой столицы царских скифов, от легендарного Неаполя, города Скилура. Остатки той, затерянной в веках столицы, занесенные прахом эпох, разрушенные временем и людьми, и поныне возвышаются над старой частью города, чуть выше улицы Воровского. Парадоксально, но факт, былая столица царских скифов, пред которыми трепетали многие города и царства, о которой говорилось в легендах и античных хрониках, была обнаружена совершенно случайно во время первых застроек нынешнего города, когда плиты Неаполя скифского вдруг обернулись строительным материалом недавно основанного Симферополя. Ушла в ландшафт, скрылась под алювием поздних застроек и была эта татарская Ак-мечеть, на месте которой разрастался современный город. Своим рождением, именем и появлением на местной исторической сцене город обязан великой императрице и ее бесстрашным романтическим фаворитам, прежде всего Потемкину и князю Долгорукому, чьи войска еще до основания города стояли лагерем на месте одной из современных его площадей. И город в полной мере оправдал свое название. Центр административно-политического и социального управления Симферополь, как столица Автономной Республики Крым, определяет схемы развития республики в целом. А город тем временем живет своей жизнью, развивается и хорошеет. Обновленная палитра памятников Симферополя, помимо известных исторических лиц, что когда-то транзитом бывали здесь, раскрывается новыми мемориальными ликами замечательных людей. В отличие от других, переполненных собственной гордостью столиц, Симферополь обладает особым шармом, нежно-трогательной гармонией, присущей только небольшим городам, объединять в единое целое историю и природу. Обильная зелень здешних парков и скверов одинаково хорошо служит и обрамлением административно-деловых районов, и естественным продолжением тихих улочек провинциально-столичного города. Город пользы, город-собиратель, Симферополь зовет и притягивает к себе и юных студентов, формируя из вчерашних школьников многих видных ученых, именами которых впоследствии будут называться местные вузы, и авантюрно-смелых предпринимателей и политиков, для которых город станет первой базовой ступенью на крутой лестнице их судьбы и, конечно же, частью их собственной души. И как бы вы ни спешили в другие города и веси, не торопитесь покидать Симферополь, белый город у солнечных гор.
Керчь, Черкио, Боспора, Пантикопей. Исторические реинкарнации этого древнего города, которому без малого 3000 лет, способны поразить воображение каждого, кто хоть однажды его посетил. Разбросанные по холмистым берегам Боспора Кемерийского, знаменитого пролива между Азовским и Черным морями, что когда-то служил границей былой Европы и Азии, волны которого, как в лету, канули и отчаянные десанты последней войны, и былые царства, пред которыми трепетали многие цивилизации. Он по-прежнему, как и многие века назад, шумит ветрами и завораживает своей историей. Воображенью край священный, со Стридом спорил там Пилат, там закололся Митридат. И вряд ли какой-либо город Европы способен соперничать с, казалось бы, неброской, полупровинциальной Керчью по насыщенности знаменитых исторических событий. Город кемерийцев и скифов, последний плод Митридата, в критические моменты своей истории он бросал вызов Великому Риму. По преданию, как, впрочем, и по достоверным историческим данным, смерть великого понтийского царя Митридата VI Евпатора случилась на господствующей над Керчью вершиной, что и названо в его честь. Каменные лабиринты южных улиц, обрамленные зеленью парков и фасадами древних построек былого Боспора Черкио, обязательно приведут вас к началу прекрасной исторической лестницы, ступени и марши которой, соединяя века и эпохи, уводят вас далее, на Митридат. На вершине этой культовой горы, как в эпицентре истории, время сжало тысячи лет, разместив на одном и том же месте разбросанные в веках памятники Боспора Пантикопея и Керчи времен Второй мировой войны. С вершины горы Митридат открывается незабываемый вид на современный город. Город-труженик, славный своими портами, кораблями, знаменитыми заводами. Город с запахом моря и ветра. Под патиной лет современных наслоений все равно в пейзажах этого дивного города выделяется его ни с чем не сравненный облик. Те же курганы, ровесники египетских пирамид, с молчаливым достоинством соседствуют с шумным рынком и автовокзалом. Испокон веку Керчь стояла на перекрестье главных морских и сухопутных путей, и в этом должно быть ее историческая судьба. Вот и ныне, на современном витке своих эволюций, Керчь вступает в свой очередной ренессанс.
На берегу широкого залива, у восточных отрогов Крымских гор, приютился замечательный город, благословенная Феодосия. Этот город старше Парижа и Вены. Он почти ровесник Вечного Рима. Основанная милетскими греками в VI веке до нашей эры, античная Феодосия простояла 1000 лет. Она неоднократно разорялась набегами из степей и побывала в плену у многих племен и народов. Исчезли дома с колоннами, не стало гавани, вмещавшей до 100 судов. Почти 1000 лет это место заносилось песком, а народы обходили его стороной. Позднее местность стала называться Кефе, возможно, от тюркского «череп», «голова». Но город восстал из руины пепла, носил новые имена и играл новые роли. Им владели генуэзцы и турки, которые называли его Кучук-Стамбул или Малый Стамбул. После присоединения Крыма к Российской империи городу было возвращено его изначальное название Феодосия, что значит «дарованное богами». В Феодосии провел свои лучшие годы Александр Грин. Здесь им были написаны «Бегущие по волнам», «Золотая цепь» и другие произведения. Сегодня в доме, который он занимал, расположен, пожалуй, единственный в мире музей романтизма. Его залы проведут вас в трюм корабля, каюту капитана, представят корабельную библиотеку. Старинные якоря и кранты, растяжки и фок-мачты. А в нескольких шагах от моря находится картинная галерея Айвазовского. Она расположена в доме Ивана Константиновича, построенного по собственному проекту художника в стиле Ренессанса итальянских вилл. Коллекция картин великого мариниста насчитывает более 400 полотен. Они были подарены мастером своему родному городу. Вот уже более 100 лет эти залы встречают почитателей великого маэстро. Особенность Феодосии еще и в том, что практически каждый ее музей уникален в своем роде. Здесь находится и единственный в мире музей дельтапланеризма. А рядом, в поселке Коктебель, открыт музей планерного спорта и парашютизма, один из 3 существующих в мире. Уникальные природные и климатические богатства, насыщенная событиями история, дух творчества и романтики привлекают к себе туристов и отдыхающих, ценителей искусства и ученых различных стран. Знаменитые золотые пляжи, сульфидные грязи, минеральные воды, хорошая лечебная база местных санаториев и пансионатов – все это сегодня составляющие особой привлекательности Феодосии.
Сураш, Салдайя, Сугдея, Судак. Город и сегодня поражает внезапным контрастом эпох. И еще он удивителен тем, что на своей небольшой площади сконцентрировал время, предельно отжав дух веков, чтобы затем наслоить его как краску на свой загадочный лик. Это что-то вроде иконы, многократно записанной кистями различных мастеров. И в современном разноцветии разомлевшего от жары курортного города, в полифонии трубных звуков причала, трудно представить, что еще в XVIII веке отблески его былой славы были настолько сильны, что императрица Екатерина II всерьез полагала строительство полуденной Тавриды в этих местах. Однако былые достоинства уже воспринимались как недостатки. Уютные небольшие бухты, которые встречали греческие триеры и итальянские галеоны, стали тесны для многопалубных фрегатов молодого императорского флота. А близлежащие горы, весьма надежная и достаточная защита от нашествия кочевых орд, теперь рассматривались как препятствие в строительстве необходимых дорог и коммуникаций. Ландшафтно-этнические корни современного Судака уходят в глубины тысячелетий, образуя сложные, не до конца понятные и изученные переплетения. Но достоверно известно то, что люди обживали этот край на заре ранних цивилизаций. По данным Института археологии Академии наук Украины, древний город был основан в 212 году от Рождества Христова. Его основатели, гото-аланы, владели им чуть более 300 лет. Затем он попал в водоворот великого переселения народов. И кто здесь только не был. И византийские греки, и хазары, половцы, печенеги, кипчаки. С 13 столетия, когда эхо крестовых походов докатилось до северного побережья Понта-Эвскинского, итальянцы, сначала венецианцы, а затем генуэзцы владели им. С 1475 года, почти на 300 лет, он стал частью Большой Отаманской империи. После русско-турецких войн город назывался Кирилловской крепостью. Здесь селились отставные солдаты Суворовского полка, а рядом обживали территории баварские немцы. Собственно, не столь время, но люди потрудились над разрушением некогда славного города. И камни оборонительных стен разбирались новыми жителями на фундаменты новых домов. А было время, когда Черное море называлось морем Сурожским, Судакским. И главный офис, как это сейчас принято называть, знаменитой торговой компании «Марко Поло», располагался в Судаке. Вот за этими ажурными стенами изумительной генуэзской крепости, этого замечательного памятника итальянской военной архитектуры. Барбакан, два периметра обороны, консульский замок Данжон. По мнению специалистов, генуэзская крепость в Судаке – самый эффектный памятник итальянского военного зодчества за пределами Италии. Обогнув генуэзскую крепость, лента шоссейной дороги ложится в ложбину между горой Перчим, бухтой Астагвера и горой Сокол, далее извиваясь в сторону Нового Света. И вдруг обрыв Ейлы, как руки фурии, торчит над бездной у скал,
колючий, искривленный бурей, сухой и звонкий астрагал. Эта аура бунинских строчек парит над рощами реликтовых можжевельников и божественных пиний, предваряя выход в парадиз, новый свет. Чудо первозданной природы полностью оправдывает свое первоначальное название. Парадиз по-итальянски значит «рай». Небольшая горстка игрушечных домиков поселка Новый Свет рассыпалась среди рощ реликтовых сосен и можжевельников. Раковина серо-зеленой долины в обрамлении невысоких гор и неимоверной красоты бухты и мысы. Ленивые волны зеленой бухты колышутся, омывая мыс Хабакая, силуэт которого напоминает заснувшего огромного носорога. В его пятнистой можжевеловой шубе проборами вьются тропки, уводя к берегам прекрасных бухт. Подрезая мыс, скалистая тропа приводит к эстрадному гроту, где, согласно легендам, князь Голицын встречал знатных гостей. Знаток петербургской и парижской богемы, он устраивал здесь божественные концерты, оттененные звуком набегающих волн. Возможно, здесь пел великий Шаляпин, играл Стравинский и Рахманинов. Говорят, что однажды, бывая в гостях у князя Голицына в Парадизе, император Николай II заметил, что теперь он видит все в новом свете. С той поры первоначальное название этой сказки природы под названием «Парадиз» получило свое настоящее имя – «Новый свет». Калейдоскоп роскошных пейзажей и неповторимых запахов кружит голову. Шампанский